Добрый вечер. В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня. В студии Павел Танин и в этом выпуске. Нужно учитывать долгосрочные перспективы. Владимир Путин выступил перед участниками съезда «Единой России». Праздник для отличников. В Якутске прошла традиционная елка главы Якутии. Эквилибр на лестнице, выстрел из пушки, уникальный трюк с хрустальными бокалами. Бриллиантовый цирк готовит представление для жителей и гостей Якутска. В Москве завершился 17-й съезд «Единой России». Два дня прошли в обсуждениях программы партии. С участниками встретился и президент страны Владимир Путин, который обозначил необходимость ставить новые задачи, учитывая долгосрочные перспективы. Подробности съезда у наших корреспондентов. Второй день съезда начался с заседания Президиума Генерального Совета партии. Исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подвел итоги работы первого дня съезда. С докладом о приоритетных задачах на ближайшую перспективу выступил лидер партии Дмитрий Медведев. Решение нашего съезда – это действительно голос большинства, голос тех, кто вместе с нами составлял предвыборную программу партии, кто поддержал нас на выборах и доверил сделать Россию сильной и благополучной страной. Был обозначен ряд важных решений, принятых на основе программы партии. В текущем году обеспечено исполнение всех социальных обязательств, включая индексацию пенсии. На 2018 год больше трети всех бюджетных расходов заложено на раздел «Социальная политика». Кроме того, были приняты социально значимые законы. Главное событие съезда – участие в пленарном заседании президента страны. «Единая Россия» заслужила лидерство реальными делами и в интересах граждан на благо наших регионов, на благо всей страны. Мы переломили, казалось бы, непреодолимые тенденции в экономике, демографии, в социальной сфере, обеспечили укрепление безопасности России, усиление ее обороноспособности и повышение влияния в мире. Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необходимость перемен. Это наша готовность ответить на глобальные вызовы. Мы будем идти от победы к победе. Так и будет. Владимир Путин поблагодарил партийцев за поддержку на предстоящих выборах и обозначил приоритеты для дальнейшей работы. Прозвучало предложение Дмитрия Медведева о том, чтобы создать пул наблюдателей в регионах и вообще по всей стране от партии для того, чтобы обеспечить легитимность предстоящих выборов. У нас существует уже работающая разветвленная сеть, самая обширная из всех политических партий, которые работают на территории республики. Эта работа нам под силу, соответствующие поручения и решения съезда мы готовы претворить в жизнь. Дмитрий Медведев предложил уже следующий день, единый день предварительного голосования провести по очень открытой схеме, где бы участвовали все зарегистрированные кандидаты, а также все желающие кандидаты от других партий. Участие других партий, безусловно, оно оживит процедуру предварительного голосования и увеличит возможность кандидатов. Мы готовы к этому, рады этому решению, рады к участию, к расширению диапазона. В работе пленарного заседания приняли участие руководитель субъекта Республики Саха-Якутия Егор Борисов, председатель Госсобрания Илтумен Александр Жирков, депутат Госдумы Галина Данчикова. Принимается решение, чтобы именно на региональном уровне усилить партийную работу. Понимаем, что сегодня эта позиция, она связана с тем, что партия «Единая Россия» последние десятилетия берет на себя полноту ответственности за судьбу страны, несмотря на определенные сложности, определенные, скажем, проблемы, которые возникают, вызовы, которые сегодня есть и внешние, и внутренние. И при этом эта партия не отказывается, берет на себя и пытается все это решать. И это, соответственно, должна организовываться не только на руководящем уровне, но и на местах. Поэтому и разговор сегодня как раз об этом идет. Партийцы отработали насыщенную повестку, определили направление дальнейшей работы, заявили о политических позициях по поводу проведения избирательной кампании по выборам президента России. Кроме того, был принят ряд кадровых решений, в том числе о плановой ротации Генсовета и Президиума «Единой России». Состав Высшего совета партии увеличился с 90 до 100 человек. Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, НВК Саха, Москва. В Якутске прошла традиционная елка главы Якутии. В ней приняли участие отличившиеся школьники со всех районов республики. Своими впечатлениями дети поделились с нашим корреспондентом.
До столицы Якутии школьники добирались разными транспортами. Кто-то летел на самолете, кто-то на такси, ну а кто-то на автобусе. Случай, который произошел с одним из участников «Елки главы», особенный. Вова Бочкарев чуть ли не опоздал на рейс самолета, который должен был прилететь из райцентра Абыйского улуса в Якутск. Помешали погодные условия. За два дня до прилета в Якутск мне моя учительница нашла буран. Я тепло оделся и поехал. А далее до Белой горы ехал на машине где-то полтора часа. По приезду в райцентр быстро прошел медкомиссию и прилетел в Якутск. Еще одна история, которая чуть ли не разочаровала мечты ребят, произошло со школьниками из Верхнеколымского района. В этот раз суровый якутский климат дал работникам аэропорта команду отменить рейс. Ребята, сжав кулачки, почти сутки молились, чтобы погода нормализовалась. Уже на следующий день их слова были услышаны. Зеленый цвет загорелся, и ребята прилетели в Якутск. Несмотря на то, что мы опоздали, так как не вписывались в график, нас быстро встретили, увезли, накормили хорошо. Теплый прием был оказан. 24 декабря в 15 часов в Государственном цирке Якутии из 34 районов республики и двух городских округов съехались лучшие школьники республики Саха-Якутия. В этом году у нас принимает 700 участников. Среди награждаемых лучшие ребята по различным направлениям, по науке, по культуре, по спорту. И среди награжденных, так награждаемых, у нас есть еще и четверо детей, которые хорошо себя проявили в экстремальных ситуациях, спасли погибавших, можно сказать. Это ребята из Кабяя, из Горного и из города Якутска. В этот день ребята надели на себя самые лучшие наряды, ведь сегодня был их звездный час. Для них был показан новогодний спектакль и праздничный концерт. В завершении новогодней елки глава региона Егор Борисов пожелал юным дарованиям всего самого лучшего, поблагодарил их за их успехи и достижения, а также вручил памятные подарки и выразил надежду, что в ближайшем будущем из них вырастут достойные граждане Якутии. Дмитрий Тымыров, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск. Ну а завтра почти 100 гектаров леса сгорело в этом году в Хангаласском районе. В муниципалитете подвели итоги пожароопасного сезона этого года и наметили задачи на 2018 год. Департамент по лесным отношениям республики организовал выездное совещание. На нем озвучили всю информацию. О ней подробнее расскажет Виолетта Засимова. По информации Хангаласского лесничества, в пожароопасный сезон 2017 года было зафиксировано 11 лесных пожаров, в то время как в 2016 году их было 16. Общая площадь лесных пожаров в 2017 году составила 94,7 гектаров. Средняя площадь одного пожара примерно 8,5 гектаров. Из 11 пожаров в первые сутки было потушено 8. В этом году показала наша практика, что из этих 11 пожаров, 5 пожаров возникли по вине человека. А остальные пожары возникли в случае грозового разряда, то есть большинство. Да? В 2017 году Хангаласским лесничеством проведены более 100 патрульных рейдовых мероприятий. 44 проверки целью выявить случаи нарушения пожарной безопасности. В итоге составлены порядка 56 административных протоколов. Также по инициативе главного лесничего Варвары Устиновой Хангаласским филиалом НВК Саха произведена видеосъемка тушения лесного пожара, которая в конечном счете должна стать своеобразной практической показательной телепередачей в помощь работе руководителей тушения лесного пожара из поселений. А как вы думаете, нужно ли эту передачу показывать по государственному телевидению? Да, это обязательно нужно. Перед пожароопасным сезоном показать несколько раз, чтобы население хотя бы воочию увидело, чем занимается лесопожарное формирование и что необходимо сделать в первую очередь для того, чтобы очаг лесного пожара, зачатки ликвидировать. В завершение совещания главам поселений были даны указания и рекомендации по заготовке необходимого инвентаря для тушения лесного пожара. Это ранцевый огнетушитель, бензопилы, мотопомпы. Предусмотреть в бюджете финансовые средства на питание мобилизованных лиц, а также закупить беспилотные летательные аппараты для более быстрого определения масштабов лесного пожара. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Саха, Хангаласский улус. В бриллиантовом цирке завтрашнего дня стартует новогодняя цирковая программа. В праздники жители и гости столицы увидят захватывающее шоу. Украсят представление номер «Эквилибр» на лестнице, выстрел из пушки и уникальный трюк с хрустальными бокалами на ножах в исполнении гостей из Москвы. В преддверии премьеры репетицию артистов посетила Сергелана Федорова. С Новым годом!
новым счастьем и добром. Артист оригинального жанра, коверный клоун Артем Гапликов предстанет в образе робота Деда Мороза из будущего. Также артист готовится удивить зрителей своим чувством равновесия, исполняя трюки на вольностоящей лестнице. Здесь, в Якутии, я первый раз. Вот. Хотелось бы все оставить, так сказать, в секрете, чтобы сохранить сказку для детей. Приготовил очень много смешных, замечательных реприз. Вот. Надеюсь, ребятам понравится. Артисты цирка покажут представление по произведению Чарльза Диккенса «Рождественские истории». Это история о добре и зле, о скупости и щедрости, о верности и преданности. Добавят красок в выступление пугающие привидения, маленькие и забавные тролли. Костюмы артистов будут трансформироваться за секунду. Грациозные гимнасты продемонстрируют трюки с использованием хула-хупов. Будут ловко жонглировать ледяными снежками, бубнами. Невероятные акробатические номера с чашками тинвар и жонглирование ляосинь из солнечного Китая. Высокий уровень чувства ритма покажут студенты Пекинского колледжа искусств. Но в грациозности им не уступят учащиеся народного ансамбля «Сюрприз». Они исполнят хоровод красивых и пушистых снежинок. Сказка совсем другая, новая и, скажем так, философская. Будет интересно и взрослым, и маленьким детям. И, конечно же, всех гостей будут поздравлять Дед Мороз, Снегурочка, Чисхан и Харчана. А наездник, жонглер на лошади, снежная королева с дрессированными животными вовлекут детей в новогодние забавы. Саргылана Федорова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. И последнее. Норвежский фермер прославился на всю страну при помощи снега и трактора. Благодаря своим виртуозным навыкам управления техникой уже второй год подряд с помощью своего железного коня он выводит на чистых заснеженных полях почти каллиграфическим почерком новогоднее поздравление. В канун Рождества 16 года Веймонд Хаген с приятелем написали на снегу гусеницами трактора фразу «God Jul», что в переводе с норвежского означает «счастливого Рождества». В этом году друзья поставили перед собой более амбициозную задачу и вывели на снегу прописью пожелания веселых рождественских праздников на английском. Фраза «Merry Christmas» растянулась на десятки метров и полностью заняла большое поле рядом с городом Винстра. Таким мы запомним уходящий день. О том, что будет дальше, как всегда, расскажет Якутия. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале.